Иосиф из Иерусалима спрашивает, что характеризует правильные усилия по качеству и количеству? Прежде всего, когда он видит себя, включающимся в правильное окружение, и действует из него, и соединяется с ними вместе с целью учебы. В единении с инструктором, раскрывая свет, возвращающий к источнику во время учебы. И продолжая это все в распространении по отношению к товарищам, в единении внутри группы, и продолжая это во внешнее распространение, для того, чтобы получить от них хиссароны, боль, с которой у него будет необходимость соединиться и связаться с центром группы потом и поднять эти хиссароны к Творцу. Построение, в общем, совокупности всех этих условий, это должно быть постоянное занятие человека.